Это я, Колобок? Театральную историю про Колобка показали воспитанники Центра социального обслуживания населения «Радость». Эта постановка стала одним из завершающих мероприятий декады инвалидов. В роли артистов – получателя социальных услуг отделения дневного пребывания Центра «Радость». Подготовка заняла около 2 недель, ну, потому что наши артисты требуют более длительных репетиций, поэтому мы хотели поделиться то, чему научились. Отделение дневного пребывания работает всего полгода, 5 раз в неделю в течение целого дня. Здесь проводят время люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь с ними работают специалисты, учат быть социально ориентированными, уметь общаться. Кроме спектакля «Юные артисты», сегодня подготовили для своих зрителей и выставку творческих работ. Это небольшие картины, которые они нарисовали на уроках работы с кистью. Этот предмет здесь тоже называется лечебной процедурой. Мы очень рады, что вот здесь у нас такой заинский центр. Мы с удовольствием сюда ходим. Дочке очень нравится. У нас очень много успехов. Мы продвигаемся вперед. Они поют и танцуют. Все. Но очень нравится дочери. Она даже не один день старается не пропускать. Всего в спектакле «Колобок» было задействовано 7 артистов. В числе зрителей – родные и близкие, которые горячо поддерживали и Волка, и Лисицу, и Колобка. Ведь для них выход на сцену – огромное испытание. А преодолев его, они сделали еще один шаг вперед. Елена Маврина, Денис Ипатов, Александр Тимофеев. Новости Заинска.